Владимир Гройсман отчитался о работе Кабмина. По словам премьера, правительство проводит капитальный ремонт во всех сферах. За 6 месяцев экспорт Украины в ЕС вырос на четверть, а объем инвестиций увеличился на 20%. Правительство сосредоточилось на пенсионной и образовательной реформах, а также на децентрализации. За полгода бюджет перевыполнили на 29 миллиардов гривен. Реальна заробітна плата в країні збільшилась на 20%, майже на 20%. Це означає, що це вже реальне збільшення з вичетом тієї інфляції, яка була за цей період. Середня заробітна плата в країні зросла на 13% і по травню дорівнює 6840 гривень. Сейчас Кабмин планирует ввести электронную акцизную марку и сделать прозрачнее процесс приватизации. Обещают упрощение во всем. Мы уже, наверное, больше 3000 старинок разных, разномонетных регуляционных речей скасували. В этом году были приняты ряд решений важных в дерегуляции в сфере строительства, что очень важно. И мы можем сегодня побачити, что строительство является одним из секторов экономики, который демонстрирует сегодня зростання.